Представляем клетку для содержания кроликов в помещении Cottage от итальянской компании Ferplast. Отличительной особенностью данной клетки является то, что она изготовлена из массива сосны с покрытием в приятном пастельном цвете. Клетка разделена на два этажа. У вашего питомца будет достаточно пространства и свободы для передвижения. Закрыв люк в верхнем поддоне, вы можете разделить клетку. Доступ в клетку обеспечивает большая дверца на крыше и две дверцы на фасаде. Внутри клетки имеется небольшой домик, который обеспечит вашему кролику необходимое укрытие. Имеются два выдвижных пластиковых поддона. Их можно полностью вынуть из клетки и вымыть. Начнем сборку. К боковой стенке при помощи шурупов прикрепляем фасадную стенку с откидной дверцей. Над дверцей закрепляем планку. Ограничители на ней должны быть обращены внутрь клетки. В отмеченном месте на планке прикручиваем пластиковый замок. Устанавливаем вторую боковую стенку. Далее приступаем к сборке верхней большой дверцы. Шурупами скрепляем рамку. В отмеченные места по бокам спереди будущей дверцы вкручиваем штыри. В собранную рамку вставляем решетку. Закрепляем решетку по периметру рамы при помощи шайб и шурупов. К петлям на задней стороне дверцы прикручиваем заднюю стенку клетки. Стенку с дверцей устанавливаем на каркас клетки и закрепляем шурупами.
Устанавливаем две опорные планки, удерживающие большой поддон. На планке слева устанавливаем металлические кольца для крепежа лесенки трапа. Вставляем верхнюю фасадную решетку и сверху накрываем ее планкой. Фиксируем планку шурупами. Начнем собирать домик. Соединяем переднюю и боковую стенки, скрепляем их шурупами. Внутри домика укладываем пол и накрываем домик крышей. Собранный домик устанавливаем внутри клетки и закрепляем шурупами. На передней части клетки по бокам, напротив штырей, закрепляем откидные замки. Устанавливаем заднюю, боковые, нижние и переднюю решетки. Решетки закрываем планками, используя шурупы. Thank you.
На передней планке закрепляем площадку для лесенки. Вставляем нижний лоток для мусора. Через большую дверцу на фасаде устанавливаем большую лесенку-трап, закрепляя ее крючками за кольца на опорной планке. Низ лесенки устанавливается на площадку. Вставляем большой лоток. Перед окончательной установки на дне лотка укладываем дверцу люка. Через нижнюю скользящую дверцу на фасаде устанавливаем миску. На стенке подвешиваем поилку. И затем сенник. Клетка собрана. Для защиты деревянных ножек клетки можно использовать пластиковые опоры. Зазор между прутьями 23 мм. Далее приводим характеристики клетки для кроликов Cottage от итальянской компании Ferplast. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.